Всем привет, друзья! Пришло время поменять масло в Маджесте, потому что я его еще не менял ни разу. Здесь на приборке загорается лампочка, что пора менять масло. Вот она здесь находится. Чтобы ее сбросить, то есть чтобы она не горела, нужно нажать эту кнопочку. Нажать, по-моему, и подержать. Ну а сейчас, собственно, приступим к замене, потом ее нажмем. Для этого нам понадобится вот такая вот вороночка, потому что другая туда не подходит. Ну и либо шприц какой-нибудь большой, не очень там удобно. Головочка на 19, ну собственно вороток, тара для слива масла. И я пока что залью вот такое вот масло, оно будет у меня вместо промывки. То есть я его залью, там наверное соточку прокачусь на нем и залью уже какое-нибудь масло получше. Поэтому я промывками не пользуюсь, считаю, что это полная шляпа. Я обычно мою обычным моторным маслом. Я думаю, так будет гораздо полезнее. Теперь нам нужно выкрутить сливную пробку. Сливная пробка в этом двигателе, она же является и фильтром масляным. Сейчас я покажу, как он выглядит. Будем откручивать. Вот так вот выглядит сама сливная пробочка у нас. В моем случае она забитая, поэтому головочка сюда становится очень плохо. Я ее буду откручивать вот таким вот ключиком. Сейчас подрегулирую его. Теперь подставляем тару. Эта пробочка, она немножечко подпружиненная, поэтому имейте в виду, что будете откручивать, она немножечко выпрыгнет. Вот таким вот образом это все происходит. Все, масло у нас сливается. Оставляем это все дело на какое-то время, чтобы хорошенько стекло. Мотор у нас прогретый, поэтому оно такое жиденькое, идет хорошо, в общем-то. Достал я из тары с маслом сам фильтр. Вот он выглядит следующим образом. Вот так вот он стоит там. И поджатый вот так вот пружиночкой. То есть собирается это все вот таким образом, чтобы вы знали. Если вы вдруг открутили пробочку и ничего не обнаружили там, то есть пробка, да и пробка, засуньте палец внутрь и нащупайте. Наверняка там есть пружина с этим фильтром. Иногда она там просто-напросто застряет. Вот так вот это все снимается. Мы видим, в принципе, все чистенько. Никакого мусора нет. Сеточка сама целенькая. Поэтому просто протираем ее сухой ветошью и подготавливаем для установки. Вот так вот выглядит моя пробочка. Она, конечно, плачевно немножечко смотрится, но ничего страшного. Пойдет еще. Подождали какое-то время. На моем случае минут 15, наверное, прошло. Обтираем это все дело. И закручиваем пробочку. Пробочка алюминиевая, поэтому тянуть ее сильно не нужно ни в коем случае. Чуть-чуть подтянули и хватит. Я даже подтяну, наверное, головочкой, потому что не вижу смысла здесь применять ключ. Все, готово. Ну и теперь приступаем к заливке нового масла. Вставляем вороночку. Вот как видим, сюда другая подойдет не очень, поэтому будем лить так. И можно литрушку, в принципе, смело туда барабанить, а дальше уже ставить на центральную и ловить уровень. Уровень проверяется, не закручивая щупазу. Помните, это кто бы вам что ни говорил. Все, есть у нас уровень, полный картер масла у нас, как положено. Это хорошо. Ну и когда произвели саму замену, чтобы сбросить лампочку замены масла, мы включаем зажигание, вот она у нас горит, и зажимаем вот эту кнопочку. Все. То есть подержали там несколько секунд, и она гаснет. Она гаснет еще на 3000 километров, после чего загорается, сообщая вам о том, что пора менять масло. Ну вот и все, ребят. Все, что требовалось сегодня сделать, сделали. Поменяли масло, потому что меня спрашивали в личку, как его менять. Я там парню рассказывал подробно. Возможно, кому-то пригодится. Так что до новых встреч.